Лето – время сбора лекарственных растений. О них написаны сказки, легенды. Сегодня предлагаем вам послушать сказку о чудо-лекаре. Тонкий стебель в дорожке, на конце его сережки. На земле лежат листки, маленькие лопушки. На манках хороший друг, лечит ранки ног и рук. Вы, конечно, догадались, что это подорожник. Давным-давно жил-был лесник с маленькой дочкой. Жили они дружно, никогда не скучали. Но однажды весной пришла в их дом беда. На ту пору у лесника много работы было. С утра до позднего вечера пропадал он в лесу. Весеннее тепло обманчивое. Солнце пригреет – жарко. А разденешься – тот холодом прихватит. Простудился лесник и расхворался не на шутку. В жару мечется – кашлем заходится. Маленькая дочка с ног сбилась, за отцом ухаживая, а болезнь не отпускает. И совета спросить не у кого. До ближайшего села дня 3 идти, а по весенней хляби и за неделю не доберешься. Совсем девочка пригорюнилась. Села на крылечко и заплакала. А на плетне ворон сидел. Покосился он на нее и спрашивает: «По что горюешь?» Поведала ему девочка о своем горе. Задумался ворон и говорит: «Хорошему человеку можно и помочь. Есть лекарство для твоего отца. В самой чаще дремучего леса живет старуха вековуха. Есть у нее колодец с водицей непростой, целебной. Только добраться к ней непросто. Хитра старуха дорожки путает, путников плутать заставляет». Страшно идти в чащобу, а делать нечего. Отправилась лесникова дочка старуху-вековуху искать. Дошла до развилки. Одна дорожка прямая, чистая, а другая бурьяном да колючками поросла. Подумала девочка и выбрала тропку, что похоже. Коли вековуха свой дом прячет, то вряд ли к нему прямая тропка протоптана. Долго ли, коротко ли шла маленькая путница, руки о колючки задрала, ноги о коряги сбила, а все ж добралась до избушки. Постучала в дверь, выглянула ведьма. Лицо сморчком, нос крючком. Поклонилась ей девочка. «Здравствуй, бабушка вековуха. Пришла я к тебе с просьбой нижайшей. Сказывают, есть у тебя колодец целебной водицей. Не дашь ли мне чуточку для бати моего?» Экая шустрая девчонка. Избушку нашла, в лесу не заплутала, руки-ноги изранила, а не жалуются. Удивилась ведьма и говорит: «Водицы-то дать можно. Только сначала службу сослужи, избу прибери, шерсти напряги, да обед приготовь». Девочка ростом мала, а к работе приучена. Все у нее в руках спорится. Вмиг прибрала, опару поставила, а пока тесто подходило, шерсти напряла. Поглядела вековуха, как ловко гостья с хозяйством управляется. Задумала ее у себя оставить. Между тем девочка дела закончила и спрашивает: «Дашь ли мне теперь водицы целебной?» Ведьма и рада бы отказать, а не может, потому как по древнему обычаю, если человек 3 задания выполнил, просьбу его надо исполнить, иначе колдовство уйдет и превратится водица из волшебной в простую. Повертелась вековуха, как уж на сковородке, затылок почесала и говорит: «Так и быть, бери. Только чур уговор, если ты в другой раз ко мне за водицей придешь, то не обессудь, останешься у меня жить».
А сама девочке кувшин протягивает. С виду хороший, крепкий, а в донышке дырочка неприметная. Обрадовалась девочка, старуху поблагодарила, кувшин наполнила и побежала домой. Бежит девочка со всех ног и не видит, что вода по капле из кувшина капает. Спохватилась только, когда кувшин наполовину опустел. Видно, расплескала по дороге. Огорчилась девочка, замедлила шаг. Аккуратно драгоценную ношу несет, а вода все убывает. Пока вышла к опушке, где их избушка стоит, уж и донышко открылось. Только тут девочка заметила, что кувшин худой. Заплакала бедняжка горючими слезами, на землю без сил опустилась. И видит, где последняя капля упала, вырос кустик травы с листьями круглыми, блестящими, темно-зелеными. Оглянулась, а такие кустики вдоль всей дорожки разбросаны. Может, к ним сила живой воды перешла? Подумала девочка. Сорвала она листок, приложила к израненной руке. Боль и прошла. Обрадовалась девочка, что не надо ей к ведьме возвращаться. Стала она отца отваром из листьев целебных поить. Вскоре лесник поправился. Зажили они по-прежнему. А травой этой с тех пор и кашель лечат, и раны заживляют. Растет она всегда вдоль дорожек и тропинок. Так ее и зовут – подорожник. Подорожник – многолетнее растение. Листья собраны в розетку, а незрачные бурые цветы – в колосок. Во время дождей из семян выделяется слизь, поэтому они легко прилипают к подошвам прохожих, к животным и птицам. Растет подорожник на пустырях, по обочинам дорог, на пастбищах и лугах. Будучи занесен подобным образом в Америку, он получил у индейцев прозвище «след белого человека». В медицине применяют листья подорожника, которые собирают в течение всего лета и быстро сушат на открытом воздухе в тени. Настой подорожника хорошо помогает при кашле, а листья и водный отвар применяют для лечения ран, ушибов и ссадин.